del amor. No solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor. El amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más. Привет, друзья. Многие меня уже давно просили снять что-нибудь про колонки, но скоро будет. Вот это Виктора из их седьмые. Вторая регенерация. Там стоят Виктора и СХ 7, первая регенерация. И техник СБ 7 с ленточным твиттером. Вот про эти колоночки я планирую в ближайшее время снять обзор. Также будет у нас, ну, не то чтобы обзор. В общем, как бы НЭК уже так, я про него рассказывал. В общем, я его уже готовлю к продаже. Готовлю, в смысле, сам морально себя готовлю к тому, что время пришло. Вот. Также вот такой вот замечательный аппарат. Почему-то как-то вот он недолюбленный, что ли. Посмотрите, как медь блестит. Он просто вообще состояние новья. И звук мне очень понравился. Не знаю, почему не приобрел популярность в России, но о нем мы тоже поговорим. Вот, такие планы. Ну и еще хочу для, короче, в виде эксперимента хочу вас попросить. Вот Соньку я освещал, 338, да, которая типа 10 тысяч рублей. У меня, в общем-то, даже есть люди, которые готовы ее купить. Но я что-то не хочу ее продавать, как-то вот, знаете, мучает меня совесть. Ну, то есть, вы видите, она играет, я ее слушаю. Ну, блин... Не уверен я на 100% ее работоспособности, не могу я такие вещи продавать. Хочу предложить вам розыгрыш. То есть я уже говорил там давненько, да, что есть у меня такие мысли. Вот, скажем так, кому интересно, чисто теоретически, 500 рублей входной билет, условно, мы сейчас ничего не разыгрываем, просто мне интересно узнать вашу реакцию, отклик. Под этим видео поставьте плюсик, кому, кто готов поставить 500 рублей на то, чтобы, может быть, она стала его. Значит, 10 тысяч рублей — это буквально 20 человек желающих, да. Еще 4 человека желающих, то есть 24 человека, и бесплатная доставка там же. То есть, чтобы не тратиться. То есть, ну, вообще, как бы супер, я считаю. А я просто по вашей реакции пойму, ну, вообще, мы готовы к этому, оно вам надо или еще пока рано. Ну, собственно, вот такие дела. Просто хотел с вами поделиться планами на ближайшее будущее. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Ну, думаю, в завершение немного хорошей музыки никому не повредит, да? Something in our minds will always stay.
Perhaps this fight I left was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry sky, lest we forget how fragile we are. Ну все, друзья, до скорой встречи.